Макс, не играй такую хуйню. Проще сыграй. Разберите, пацаны. Ты же знаешь, что зарплата выросла за видеосъемку? 75 гривен. Две съемки – это 150 гривен. А еще 50 гривен за камеру – это 200 сразу наличкой. Паля, не мог ты договориться на завтра. Взял бы 200 гривен, поснимал бы, пошел бы себе там на дорогу. А завтра бы на 200 гривен меньше бы заплатил. Потому что они бы были у тебя. Покупать с ними. Сегодня дополняла вещи. Никто не пожалеет. И ты, Саша, не столько человек.
Чудик. Понедельник я уже поставила, товарищи, я же говорю, я что-то надеялась на тебя сегодня. Думала, в парке поснимаю, а потом Санек там подменит. Но нет. О, я сейчас Стасу позвоню, да, точно. Да, все. Да. Давай, Санечек, перезвони. Под тобой, парк, здорово. Ниже. Как дела твои? Знаешь, что зарплата у нас поднялась? Сейчас у нас получается 20 гривен обработка и 60 гривен съемка. 60. Но если сегодня поснимаешь, я тебе заплачу 65. 9-10 часов будут две игры. И сразу оставлю на пионере. Не, на пионере. В 9-10 я туда привезу штатив, камеру, все установлю. Там онлайн-трансляции сейчас нету, поэтому не стоит переживать. Но главное, в центре кадра всегда мячик держи. Не, никто не сможет. Сейчас ребята просто все по точкам. Я сейчас на этом, на парке. Я после суток, я просто... Хорошо, я тебе 150 гривен положу в сейф вот это. Ну, там 130 получается. Я ж это, но я тебе 150 оставлю. Просто сейчас есть возможность. Да, хорошо. Стас, только, пожалуйста, повнимательнее ты там это, чтоб приближать, да. У нас это. Мальчик новенький, там он штрафы пишет, все. Сейчас вообще нам надо себя зарекомендовать хорошо, поэтому постараюсь. Да. Хорошо, спасибо, Стас. Попадать.
Лево. Еще лево. Ладно. Thank you.
Позвольте. Ни одного. Давай. Не, у меня сегодня игра там 8, а для сейчас было, просто сейчас я собрался, все позвали. Аля, один сей, знаешь? Не знаю, он за зуля. А, ну, не знаю, а уже вышли все? Вроде бы. Я никого не видел. Опять нашли? Да, да, я так. Я не видел, она там вышла уже. Ну ладно, давай. Давай, боль. Да, давай. Давай. Хорош, пошли.
Давай, Рома! Боё! Не можете выиграть!